С 29 января руководители управляющих компаний региона начнут сдавать аттестационный экзамен, который требуется для лицензирования самих УК. Сейчас заявки на сдачу экзамена подали уже 50 человек, но несколько кандидатов от одной организации. Делается это для постраховки на случай ухода руководителя. Проходной балл для директора 86%. Всего 200 вопросов, но ответить надо только на 100. Они генерируются специальной программой. Аттестат выдается на 5 лет. Действует документ на всей территории России. Кроме того, управляющие компании будут обязаны раскрывать информацию не только о себе, но и о каждом доме, который находится в их управлении. По прогнозам Минстроя, процедура лицензирования приведет к сокращению рынка управляющих компаний на 10-15%. Отмечу, что сегодня в регионе работают 120 таких организаций. Минстроем установлен крайний срок сдачи документов на получение лицензии – это 30 марта. Поскольку те компании, которые на 1 апреля не подали документы, в отношении домов, находящихся в управлении этих компаний, поступают сведения в орган местного самоуправления. И уже органы местного самоуправления будут совместно с жителями организовывать собрания, принимать решения либо там о выборе нового способа управления, либо о выборе другой управляющей компании. Если же такие собрания не состоятся, то, собственно, орган местного самоуправления будет проводить конкурс по отбору новой управляющей компании, уже имеющей лицензию на управление многоквартирными домами.